Добрый день! Сегодня приготовлю вареники с вишнями. Чтобы приготовить тесто, смешиваем воду и молоко. Солим и ставим на огонь, чтобы жидкость закипела. В миску всыпаем просеянную муку. Ложкой формируем небольшую ямку. Вливаем растительное масло. Добавляем кипяток из молока и воды и первое время перемешиваем тесто лопаткой до образования крупных хлопьев. Далее тесто тщательно вымешиваем руками, доводим заварное тесто до гладкости. Скатываем тесто в колобок, накрываем пленкой и даем тесту отдохнуть 5-10 минут. Тем временем готовим начинку. Вишни моем, удаляем косточки, через сито сцеживаем лишний сок. В небольшой миске смешиваем сахар и крахмал. Далее делим шарик теста на несколько частей. С теста формируем небольшие рулеты и разделяем их на кусочки. Каждый кусочек теста раскатываем в круг среднего размера. Присыпаем центр кружочка смесью из сахара и крахмала. Выкладываем вишни, защипываем края. Чтобы приготовить вареники, в кипяток добавляем щепотку соли. Формируем лопаткой из воды воронку и отправляем в нее аккуратно вареники. Время варки вареников 3-5 минут с того момента, когда вареники всплывут. Осторожно вытаскиваем вареники шумовкой и добавляем сливки, чтобы они не слиплись. Вареники с вишней готовы. Приятного аппетита!